Заканчиваем проклейку крыши на Тойоте. Первым слоем проклеили вибро. Все прокатали. И вторым слоем клеим акустический войлок. Также каждая секция проклеивается. Наклеиваем вперед и крышу ставим на место. Работаем с дверьми. Первым слоем двери проклеиваем виброматериал. Клеится на горячий, предварительно разогревается. Вся внутренняя поверхность двери проклеивается и прокатывается валиком. Затем клеим второй слой, шумопоглощающий, толщина слоя 6 мм. Также внутренняя поверхность двери полностью вся проклеивается.